Нам стали рассказывать про счастье, вот, которое где-то мерещится. И это неправда, это просто чтобы заставить нас работать. Нас лишили реального счастья жизни ради мечты о счастье. Нас не научили испытывать счастье в моменте. Нам пообещали его светлым будущим. Но светлое будущее не существует. Про настоящее невозможно думать. В нем можно только присутствовать. И это присутствие и есть высшая квинтэссенция мысли. Сократ отрицал письмо и говорил, что это вредно для головы, для памяти, вести записи. Поэтому по Сократу мы не знаем, он не оставил нам ни одного письменного свидетельства своего существования. Но он перманентно был действующей мыслью, разговаривая со своими собеседниками, уча, исследуя. А жить в действии прекрасно.